Вчера смотрел ТСН «Тыждень». Я видел, я смотрел и плакал, когда видел, когда хоронят ребят, наших ребят со Львова, которые поехали защищать нашу страну, которые воюют без бронежилетов, которые воюют фактически без еды, без ничего, на чистом патриотизме. А эти политические проститутки, мудаки, я прошу прощения, но так оно есть. И из песни слов не выкинешь. Они миллионы тратят на рекламу, на полиграфию, для того, чтобы завоевать власть в нашем городе и потом иметь нас. Я не хочу ни одного, ни второго. И если я заявляю публично, если кто-то, один из них, станет мэром, я приду сюда, на эту площадь, облью себя бензином и сожгу, потому что я не хочу жить в городе, в котором правят мудаки. Спасибо.